Ну, по вчерашней игре я уже говорил, по сегодняшней как бы не было. Игра хорошая, мне понравилась, ребята, сегодня и по содержанию игры, по моментам, которые мы создали. Надо сказать, сегодня такой тот случай, когда счет ну, не соответствует, в общем-то, на табло не соответствует игре. Ну, это наш уровень мастерства пока такой, как мы свои моменты реализуем. Сегодня было достаточно, очень много моментов у ворот соперника для того, чтобы, в общем-то, этот, я бы так сказал, убрать. И в конце концов, ну, что делать? Команда Семирдау с победой, она нам показывает просто, как нужно забивать голы, как нужно именно реализовывать те моменты, которые она создает. Поэтому работа у нас, я так скажу, не початая игра. По крайней мере, ну, сегодня игра, мне на самом деле не понравилась игра. И по моментам было очень много моментов. И, ну, уже команду Семирдау с победой хочу поздравить. Молодцы. И двигаемся дальше. Ну, по двум играм можно сказать, что реализация у нас опять хромает. Моменты создаем, а не реализуем. Одну забиваем, две, три. Ну, сегодня, по сегодняшней игре, соответственно, первый период проиграли полностью. Второй вроде собрались, моменты есть, мы не забиваем. Ну, один забили. А, ну, в третьем периоде уже дожали. Ну, видно, молодежная команда, хорошая команда, Снежный Барс. Ну, видно, наверное, физики не хватило. Первый период мы полностью проиграли. Второй период вышли, ну, минут пять, может, проиграли, а потом вроде собрались, начали играть. Ну, у нас, еще раз говорю, хромает реализация моментов. Забей, вот, два момента стопроцентные в ноль выходили. Там два момента пустые не забили в большинстве. Это все складывается, что если забей, и соперник тогда раскроется, тогда и дожмем. Ну, конечно, будем готовиться играми, с играми «Намады». То, что нам надо восьмерку попадать, плей-офф. Будем работать. Ну, а касательно, смотрели параллельно, что происходит? Нет, мы еще телефон не включали. Включим, сейчас посмотрим, как там Алтай-то сыграл. Сегодня 4-1 выиграли. Ну, значит, мы опять на 2 очка отстаем. Готовиться будем.